Все превентивные мероприятия, как показала Амурская область, они приведены совершенно правильно. Я не хочу предвосхищать события, да, не в качестве суеверия, об этом говорить не будем, но в целом и Амурская область, и Хабаровский край хочется поставить пример в том, как можно работать совместно. Это еще раз говорит о том, что единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций работает. И все подсистемы, и территориальные, и функциональные этажи. Спасибо за работу. Надо отдать должное всем нашим службам. Со своей стороны, Евгений Николаевич, хочу сказать, что и администрация города Комсомольска-на-Амуре, и администрация Хабаровского края, и МЧС Хабаровского края, и все силы и службы приложат все необходимые от нас зависящие действия для того, чтобы Хабаровский край прошел эту чрезвычайную ситуацию с наименьшими материальными потерями.